Как на зоне. Я реально знаю, почему человек пугает. Потому что он дурачок. Потому что он просто ребенок, ну, классный ребенок, которого, ну, он не доиграл в детстве, и ему хочется, в общем, ну, по-хорошему, да, и он, и, конечно, ему хочется позабавить. А как ты можешь во взрослом возрасте вообще, ну, как, поиграть там в какие-то войнушки или это что? То что нужно? Надо быть режиссером. Конечно, ты можешь себе все позволить. Войнушки хочешь, ну, снимай фильм про войну. Ну, то есть, Лодыга, этот играет в комедию. Ему очень нравится. Он меня пугал, кусал меня. Кющенко. Ну, такой большой себе, седоватый детин. Начали! Начали! Ух ты, ё-моё, скотина! Легкий, заснятый что для... Что ты тормозишь? Давайте снимай, пусть ты кажи. Тихо. У нас внимание, выйду, немножко Леш. Заикающийся ребенок. Начали! Приготовились? Это же все происходит от любви, конечно же. И люди должны это точно понимать. Это же так человек выражает любовь к другому человеку. В хорошем смысле. Всегда так. У нас как было в школе, я помню. Если тебе нравится девочка, и ты влюбился, ты обязательно ее стукнешь чем-то по голове. Обязательно, ну, младших вам. Обязательно ранцем или что-то ты сделаешь гадкое, дернешь за косу. Почему? Это проявление любви. Человек еще не знает, как проявлять. Леша, это тот случай, когда вроде как бы уже и пора бы знать, как проявлять свою любовь. А нет. Но это очень приятно. Еще раз с подъезда выходи, Володя. Из подъезда.